обсуждаете. Он знает мою позицию. Вот. Что касается этих событий, ну, конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать. Потому что, как я уже и говорил, на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих, окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. И это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное. Вот. Но мы, конечно, при этом должны, ну, с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет. Ну, просто невероятное свинство. И это уже не...